часто спрашивают, а в России как открыть пивоварню? Какие инстанции надо пройти, какие бумажки вообще подавать, как это все делается, непонятно. Я вам отвечу, есть такие ребята в России, параллельно с нами открывали пивоварню Red Cat Brewery. Заходите к ним в группу ВКонтакте, там все абсолютно, все расписано по полочкам, как это все проходит, куда надо обращаться, что делать. А еще бонус, они разыгрывают пивоварню Бавария. 50 литров. Вы представляете? Настоящая домашняя автоматическая пивоварня. Это что-то. Так что заходите, смотрите, открывайте пивоварню, выигрывайте пивоварню. Ну что, друзья, наконец-то, вот мы и в деле. Все, начинаем. Нет, не варить. Мы начинаем чистить, дезинфицировать полностью наше оборудование и всю нашу пивоварню. Этот день убьем полностью на чистку. Санитария прежде всего. Краеугольный камень пивоварения. Начинаем. Так, фильтрчом. Нормально. Сейчас помоем, будет вообще красота. Первым делом наполняем нашу СИП-мойку водой. Это у нас получается кислотный бак. Это щелочной. Это промывочная для воды. Для нагрева выставляем температуру, где-то 78 градусов, 80 градусов, и чтобы у нас горячая щелочь была. И потом будем эту щелочь пускать через СИП головки по всем нашим кастрюлям, скажем так. Промоем, прочистим. Ну а мы пока пойдем наберем химии для нашей моющей фигни. Свет, а где у нас свет? 4 месяца. Забыл, где свет уже у нас включается. Это... Так. Оксин Форте, дезинфикующий, стабилизующий. Это у нас надуксусная кислота, а это у нас хлорная не дезинфекция, а ну она с частью дезинфицирующая, а частью моющая. Вернее, оно моющее, но эффектом дезинфекции. Так, это наш щелочной бак. Включаем. Yes. Обязательно промыть. И очень хорошо, потому что если сейчас налить надуксусную кислоту, пойдет бурная реакция, а этого нам не надо. Вообще надо купить отдельные чашки, куплю мерные стаканы отдельные, напишу, это для щелочи, а то для надуксусной кислоты, так будет правильней. Так, а надуксусной нам надо всего пол-литра. И
Кислота подготовлена, щелочь нагревается, как нагреется до 80 градусов. Начинаем нашу СИП-мойку нашего оборудования. Ну все, практически 80 градусов. Щелочь наша нагрелась. Пойдем. Вот у нас выводы с СИП-мойки. Подача и обратка. И вот у нас подача пошла на СИП-головку. Ну и сейчас будем мыть, с маленького котла начнем. Закрываем, чтобы щелочь нас не ошпарила. Открываем и включаем СИП-моечку. Слышно, как СИП-головки работают. Горячий промыл, водой промыл, над уксусной все продезинфицировал. Каждый контур СИП-головкой. Уксусом прет, капец. Капец. Теперь у нас все чистенько, продезинфицировано. Сейчас подготавливаем солод на завтра. Включаем нагревательный бак, чтобы у нас температура была. А, нам же решить надо, что мы завтра будем варить. Что мы будем завтра варить? Бельгийский вид или жигулевская? Вот непонятно. Я хочу бельгийский вид сварить. А Игорь говорит, народ требует жигулевского. Орел и решка. Сейчас какую-нибудь монету посмотрим. Судьба какая, что будем первым варить. Пиастров нету, есть пятачок. Это будет жигулевская, это будет бельгийский вид. Увеличивай зум. Бельгийский вид. Первым будем готовить бельгийский вид. У-ху! Так что пошли готовить пшеницу и базовый солод. 35 градусов. Yes. Ну все. Завтра с утра бак горячей воды у нас будет температурой 35 градусов. Придем, сразу же зальем и начнем затирание с отварочного бака. Отварочный бак у нас пойдет по первому затиранию, по своим паузам, потом отварочка, потом отдельно пойдет. Ну, короче, все потом увидите. Все, и бак холодной воды тоже включаем. Включаем наш чиллер. Все, чиллер
пошел работать. И бак холодной воды. На баке холодной воды. Сколько у нас стоит? 4 градуса, да? А мы поставим 2 градуса. 2 градуса поставим. Все. Так. Холодная ледяная вода у нас будет подготовлена, горячая вода будет подготовлена. Солод сейчас подготовим. До следующих встреч.